20 января на базе школы номер 15 имени Казанцева состоялся фестиваль педагогического мастерства. Проводится мероприятие уже 18 раз, но сегодня оно было наиболее особенным. В чем же его особенность? Дело в том, что у нас особая целевая аудитория – это учителя начальных классов. Дело в том, что этот учебный год объявлен годом дошкольного и начального образования Министерства науки и образования Республики Дагестан. И учителя года, конечно, не могли не откликнуться именно на этот посыл. Учителя начальной школы – это фундаментальные люди, которые дают основной образовательный посыл нашим ученикам. И именно от качества образования этой ступени зависит весь успех образовательной системы. Организатором данного мероприятия выступил клуб «Учителя года» Республики Дагестан. Они совместно с педагогическим составом провели семинар для всех присутствующих, где также ответили на интересующие вопросы учителей. Руководитель Департамента науки и образования Регионального центра развития талантов Альтаир рассказал, для чего необходимо проводить подобные занятия. Для того, чтобы стереть границу между, наверное, основной и начальной школой, для того, чтобы дать те посылы, увидеть именно те запросы, которые дают учителя основной школы, учителям начальной школы. Мы создаем такой некий портрет выпускника начальной школы. Смотрим на него с двух сторон. Что могут дать учителя начальной школы и какими бы их хотели видеть учителя основной школы. Вот, наверное, основной наш сегодняшний посыл. Кроме того, для учителей муниципалитета прошла лекция «Иллюзорная простота», где спикеры рассказывали о сложности русского языка и его направлениях, а также и другие темы. Это и лексика, и словообразование, и фонетика, и морфология, и синтаксис. И от того, какие базовые знания будут у детей, зависит их будущее. Я сталкиваюсь с такой проблемой, когда пришла работать в новую школу, у меня были шестиклассники. И одной из самых глобальных было проблем – это дети не знали части речи. Они не могли из-за этого двигаться дальше. То есть от результата, который мы получим на выходе в начальной школе, естественно, зависит результат, который мы получим на выходе из уровня основного образования. В завершении программы всех педагогов разделили на группы и направили на практические лекции по следующим секциям. Математика, русский язык, изобразительное искусство, литературное чтение и английский язык. Сотрудники Центра развития талантов «Альтаир» также подготовили обучающую программу для всех участников фестиваля. Стоит подчеркнуть, что в мероприятии по педагогическому мастерству также приняла участие и начальник управления образования города Каспийска Лариса Абрамова.